Хочешь сразиться?
Прошу. До скорого!
Здесь люди молятся Афродите, но до чего же прекрасный вид. Красиво. И стало еще лучше. Алкивиад. Я из тех, кого манит. Не сомневаюсь. Если ты не прочь... Ладно, но шкатулка так мала. Никогда не стоит оценивать... Ты сказал, что посылка... Это просто случайности. Почему, Диодор? А ты любопытен, не так? Ты много странствовал. Где тебе понравилось? О, лично. В мире много красивых мест. Назвать любимое все равно, что выбрать... Ладно, кому нужно вручить посылку? У Каринской крепости. Найдешь человека, пойди... Сказать, что посылка... Сюда нельзя уходить. Здесь бдительные стражники. Ah!
стал больше. Yeah.
Ты не тот, за кем я посылал. Что тебе нужно? Это тебе. Давай. Кто-то пошутить решил? Это же слепок мужского органа. Что тут написано? Для твоей жены Фелии, когда заскучает по мне. Говори, кто отправил? Тебе знакомо имя Диодор? Диодор? Он дорого заплатит. Я убью его людей. Сожгу корабль! Как он посмел прикоснуться к Фелии? Надеюсь, меня еще не заметили. Я уже начал скучать. Варда грозил убить Диодора, когда я сказал. И я не думал, что в посылке, это. Отличный сюрприз, правда? Могу сделать... И для меня? Моя работа, да. Неплохо, правда? Я хотел... Да что ты говоришь? Может, пусть говорят наши тела? Здесь? В Доме Богов? Сделаем под... Как-нибудь без меня. О, жаль. Они думают, что храм принадлежит им, злодеи. Воры тут как тут, а... Гетеры? В Коринфе от людей дельца не спрятаться. Кто придумал себе такое имя, делец? Не говори ему об этом. Последнему глупцу, что произнес его имя, отрезали язык. Значит, делец, известный в Коринфе, преступник. Мастер подпольных сделок. Одной рукой он собирает деньги, другая всегда готова нанести удар. Он зверь, алч... Он преследует Гетер. Все верно. У Гет... Пускай лучше воры грабят. Если ты знаешь о Гетер... Говорят, она по... Я видела их у источника Пирене, внизу, у горы. Ясно. Осталось недолго. А, Алексиос наконец нашел нас. Знаешь меня? А ты знаешь ее? Это Антуса. Мы видели, как ты помог людям в храме Афродиты. Теперь ты наш друг. Слышишь, Икар? У нее такой же острый глаз.
А еще о тебе хорошо отзывались. Сюрприз! Феба? Я от Аспасии. Я же работаю на нее. Почему тут? В Каринфе опасно. Нужно было передать Антусе, что ты здесь. Аспасия научила меня слово «эмиссар». Это я. А мы с Алексиосом уже знакомы. Видишь? Все просто. Я буду помогать. Ну ладно, уговорила. Кто знает, что будет дальше. Да. Только будь очень осторожна. Пойдем внутрь, Алексиос. За нами. А мне можно? Только помолчи. Что? Алкивиат рассказывал. Я ищу женщину. Кто она? Это моя мать. Твоя мать? У тебя... Держи язык за... Ясно. Ты получишь. Не такого ответа я ждал. Это единственный ответ, пока я не получу что-нибудь взамен. Все-таки я теперь деловая женщина. Лучше скажи правду. Поверь, не стоит злить Алексиоса. Не пойти ли тебе поиграть? Дай нам поговорить. Да, как скажешь. Договоримся. Помоги мне. Всем нам стать сильнее. Настолько, чтобы избавить Каринф от дельца. Простая сделка, уверяю. Договорились. Мудрое решение, Мистий. Глупец бы не зашел так далеко. Я умею рисковать. Значит, договорились. Что ж, ты слышал о дельце? Если верить служителям, его стоит опасаться. Верно. Его жертвам не хватило... Ты неплохо держишь. Пока что да. Но его разбойник... Он убивает. Убивает? Нет, пока... Помощь нужна не только мне. Мой... Снова делец? Без сомнений. Отомсти их обидчикам. Что с Ириной? Она ищет Клио. Другую Гетеру. Дамалис что-то рассказ... Совсем немного. Посмотрю, чем смог. Хорошо. Делец платит своим людям деньгами. Если прервать поставки дельца... Точно. Отправляйся на его склад в порту Лихайона и сожги груз. К чему грабить бедняков, если у него свое дело? Пусть незаконное, но зато приносит прибыль. Контрабанда – тоже прикрытие. Он похищает рабов. Их убивать нельзя. А его людей сожги. Лишим его главного источника прибыли, у нас будут неприятности. Хочу проверить в деле своих новых наемников. Немало людей на нем. Тогда пусть его склад сгорит. Ты поможешь нам, Мистий? Я бы не стал это скрывать. Возможно. Мой пост... Похоже, достойных людей. Мне нужен кто-то, кто сможет узнать, почему он изменил. Он тебя пугает. Он задает вопросы, а я не могу ответить. О деньгах. Где мы... Антуса не может помочь? Ну уж нет. Я не подставлю других под удар. Скорее всего. А каким он был раньше? Навязчивым, но не пугающим. Он всегда пред... Похоже, что-то придал. Посмотрим, что он мне расскажет. Если он не шныряет здесь, то сиди дома. Да. Мое копье об...
Но, Фобос. Карин, город горшков и блудниц. Только и всего. Буду осторожен.
Добрый день. Пустые слова оставь при себе.
Лучше проваливай. Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят. Только лучшие товары. Все? Тогда удачи.
Хара! Увидимся!